Так, пришло время, дорогие активисты казахстанцы, познакомить вас с домом Жаната Жамалиева, в который мы вкладываем свой труд, деньги, возможность, которая есть. Строится дом 4 года на чистом энтузиазме. Жаната поддерживает жена Асель Жамалиева, вы ее видели, знаете. Прекрасная женщина, прекрасная мать, прекрасный соратник мужа. Дом 2 уровня. Внутри, я вам чуть позже покажу. Здесь получается первый этаж. Это гостевая, спальня, зал, кухня. Также на втором этаже планируется игровая, детская, для Жаната, для его семьи, для будущих внуков. Также здесь две спальни еще, ну, сейчас в это, вот это как гараж, временная, не гараж, а мини-мастерская здесь. Вот, чтобы закончить дом, то, ту сторону, мы сделали 80 квадратов, чтобы закончить дом, чтобы семья могла жить, с дверями совсем не хватает, в пределах 600-700 тысяч. Мы посчитали и вот объявляем вам, что вот такая сумма не хватает. Остальное я покажу чуть позже.